Вторая половина субботы. Что-то хмурится, ветерочек. У нас вот тут вот грядка под зелень. Наконец-то сподобились. Где-то не сподобился. Ну, в общем, наконец-то и до этой грядочки дошло время, дошли руки. Вот так вот продлили. Тут у нас картошка сидит. Вот это вот сейчас должно все оказаться вот здесь, вместе с перемешку с песком. Тут у меня еще и опилочки поджидают. Ну, так вот. Красивенько все. Это все для зелени. Зеленушка. Чтобы вот раз и в беседку. Обед, завтрак, шашлыки. Все под рукой было. И вообще зелени здесь должно быть очень хорошо. То есть это открытое место. Здесь солнце сплошное. Ничего не затеняет. Поэтому я надеюсь, что зелень попрет. А я все хожу геотекстилем, любуюсь. А вот надо не любоваться, а вообще-то делать. Здесь мне нужно поставить арматуру, натянуть сетку. Но такой ветер, навряд ли я сейчас это буду делать. Здесь будет кукуруза, горох. Все хорошо, но деревянные грядки, они, конечно, разрушаются. Толстое железо или нержавейка, вот это вот дело. Ну, какое-то время служит все равно. Погода, по крайней мере, дает что-то делать. Это радует. Надо мне прикрывать парник уже. А то что-то время-то уже. Потом нагревать придется его. Все. А то простудилось помидоры. Солнце вмиг становится жарко. Как только солнце уходит, сразу холодно. Вот, солнце ушло сразу. Тут всего ничего. 13 градусов. Солнце выглядывает, раз опять уже 25. Вот так вот. Откуда? Я же всех оборвала. Откуда? Порыв ветра до конца недели. До конца сегодня, завтрашнего дня. Значит, все порыв ветра, лучше не будет. Но ящик у меня такой. Удивитесь. Раз. Ну, может быть, вот я решила папайю, раз она у меня там дома не взошла, буду пробовать еще раз. Попробую. Ну, почему нет? Бог с ним, 300 рублей. Попробую еще летом. Ну, прикольно, да? Вот я сюда кукурузу поставила, потому что кукуруза что-то... Ой. Видно, очень засушенные семена не всходят. Какого года? Семена. 2000, упакован 2020, урожай 2020 года. 4 года назад. Поэтому схожесть, не знаю, будет какая, не будет. Попробуем их оживить еще раз. Потому что эти-то у меня как-то все... Пока меня не было, они всех тут погнили. Перелили их и погнили. Лук ждет своей очереди на посадку. Ну, вот погода так вот. Помидорка растет.
покажу, какую я грядку под лучок сделала. Половину под желтый лучок. Я сюда опилочки дубовые добавила. Красота! Наверное, лучок будет рад. Должно быть хорошо закислить. Прелесть. Это тоже возможно сделаю, если хватит опилок. В чем я сомневаюсь? Смородины сколько? Красная. Помните, кукурузу я... Кто смотрел, кукурузу-то я хотела высадить заморскую. Не всходит. Видно, она в глубокой-глубокой заморозке. Урожай 2020-го, упакован в 2021-м. Чья она? Кто тут? Сладкая кукуруза. В общем, решила я сначала просто замочить в воде. Пусть полежит в воде. Потом на следующий день в тряпочку или еще во что-нибудь. Ну, попробуем так ее. Из спячки. То, что вот оно у меня сколько уже, месяц или несколько недель лежит в земле, в мокрой, и не всходит. Никак не всходит. Ничего не всходит. Пока тепленькая водичка не остыла, сейчас буду делать. Смотрите, все-таки как им не хватало кальция. Добавила зольного раствора, поливала прям зольным концентрированным раствором. И поперла кабачок прям, попер. Вечер уже, вот солнышко выглянуло, тепло здесь у меня. Нет солнышка, не тепло. Эти тоже, товарищи, после того, как... Я их, кстати, кальциевую селитру купила наконец-таки и полила. Изольным поливала. И пошли листики зеленые без вот этой каемочки. Вот видите, каемочка, вот такая деформация от нехватки кальция. Улучшилось состояние листиков. Ну. А, ну так вот, про этот. Отвлеклась. Смотрите. Замочила я, поставила вот сюда, вот закрыла их, пусть стоят. Здесь, может быть, а вот куда положу, господи, может быть и может и на замачивание. Замочила. Завтра что-нибудь еще сделаю. Шкафчик сюда вот. У меня такой шкафчик прикольненький. Так, ну ладно, что я отдыхать-то? Дальше пойду что-нибудь делать. Нечего отдыхать. Работы еще много. Осматриваю. Поливать буду завтра. Потому что уеду на неделю. Поэтому весь полив на завтра, на утро. А поливать надо. Все завтра. С утречка тепленькой водичкой всех полью. И даже, возможно, этих товарищей. Не такие уж там. Так, что тут? Распрямляются листики потихонечку. Распрямляются. Порывы ветра, конечно, у нас сильные, прям сильные, но солнце, поэтому можно что-то делать и хочется что-то делать. Был бы дождь, я бы уже ничего не делала. Ну, быстренько тут убрала лопаткой совковой и сейчас закреплю. Единственное, что я в недоумении. Наверное, я все-таки вот до сих пор тоже все уберу. Оставлю вот эту дорожку. Из травы мужу пусть косит, раз ему хочется. А вот это я все-таки уберу сейчас.
Казалось, не так-то просто убрать дерн. Трава, если она укоренилась, сюда я ее побросала, здесь все равно низинка, надо выравнять, то это что-то с чем-то. А еще под конец дня, уже 6:30, сил нет. Потому что с 7 часов что-то делаешь. И в основном это копательные работы. Поэтому сейчас я... Закончилась у меня вот эта вот история с такими штучками. Вот. Надо еще заказывать. По 100 штук брала и еще, по-моему, железных тоже 50 штук. Ну, быстро заканчивается. А к хорошему привыкаешь вообще быстро. Вот железные скобы, да? А вот пластмассовые. Пользуюсь я теми и теми. Ладно, сейчас уж доделаю сегодня. Вот эта трава. Она, видите, эта трава и так-то поднимает все очень хорошо. То здесь надо прям еще пришпандоривать. Вон она. Видит, если трава, она приподнимает. Вот это все надо четко застолбить, тогда она расти не будет. А если не прижать ее и дерн не убрать хорошенько, корни все это поднимут. Они же уже начали расти. Ну, сейчас я поубирала вот здесь вот. Здесь лишнее, что зима наделала, и крот с муравьями. Тоже убрала, вон сколько нагребла. Глина глиной. Здесь я сажать ничего не собираюсь. Тут у нас тыква, ну, тыква пойдет сюда расти. Здесь кабачки. Ну как, ничего не собираюсь, ну тыква будет. Здесь чеснок. Посадили, будем пользоваться, кушать в течение сезона. Ну, этот на зиму. На посадку. Здесь лучок сивок тоже на заготовке. Здесь будет морковка, здесь будет свекла. Там я усы посажу. Клубники. Вот это, наверное, я выкопаю. Это уже не жить. Вот это, возможно, тоже выкопаю и выброшу. Может быть, оставлю, не знаю. Я закончила. Время 7 часов. Не помню, сколько было уже, но я закончила. Ну, тут я решила залатать и обычной проволокой. Настрогала себе таких вот заплаточек из проволоки. Потому что все у меня закончилось. А хотелось, чтобы все-таки... Потом, если найду, еще доделаю. Просто я проволоку уже не хочу искать. Ничего не хочу делать. Хватит этих работ земляных. Но... Итог-то есть. Есть. Это мне облегчит труд. Однозначно. Ой, муж что-то там еще пашет. Картошку, наверное, перепахивает. Ну, еще рано сажать. Картошка любит, чтобы 8 градусов почвы было. Тогда начнет прорастать. Иначе не будет прорастать. Я как-то под пленку сажала в апреле. Ну, прям в грядку, в такую вот грядку, под пленку, под мульчу. Да, рано получили. Хорошая была картошка. Но сейчас что-то как-то вот в этом году не до этого. Увлечена другими он, то арбузами, то дынями, то папайей, то грядками. Что здесь? Эта грядка, она готовая. Я ее завтра, сегодня нет уже. Завтра я накрою пленкой, так же, как и это... Это под кабачки, и пленкой накрою, и посажу уже. Там у меня пару кабачков есть. Я их высажу, пусть сидят. Ну, не сейчас, а позже. А на сегодня все.